Всем привет, рыбачок 36 с вами. Сегодня по вашим просьбам выбрался половить на дропшот. Опять сильный ветер дует, но направление поменялось, северо-западный теперь. Сейчас буду вязать дропшот. Простой, без эксперимента. Кому интересно, все у меня есть на канале выпуск. Секреты дропшота. Так, леску со шнуром привязываю двумя узлами, либо морковкой, когда не ленюсь, либо вот таким узлом. Сложил две вместе. Сделал первоначальный узелок. Не знаю, будет вам видно, нет. Складываю пополам и делаю леской вокруг шнура 4 оборота. И в эту петельку продеваю связанный узелок. Сейчас я его... Блин. Давай. О. Все. И затягиваем. Узел получается небольшой, крепкий и надежный. Поправляем все. Обязательно смачиваем. Все. Готов. Подтягиваем. Отсюда. Отсюда. Вот такой узелочек. Сейчас вот эти штучки опалю. Все дела. Можно обрезать. Неохота идти с инструмента. Ну вот. Все. Вот такой получается узелочек. Дальше. Берем, ищем крючочек. Крупные. Угу. Сейчас что-нибудь выберем. Хочу поставить такое среднее. Не знаю, как окунь, чтоб можно было варьировать и под окуня, и под судачка. Ну, поставлю вот так, средненько. Крючок, поскольку сегодня погода такая паршивая, крючочек тоже сделаю на поводке. Откусываем сантиметров 30. Отступаем от низу сантиметров 50. И связываем обычным хирургическим узлом. Блин. Итак, так. Все. Подтягиваем. Затягиваем. И нижний кончик откусаем. Он будет расположен вот так. Видите? Один будет кверху, конец, другой к низу. Вот нижний надо обязательно откусить. Он нам не нужен. Так. А вот на верхний начну я, наверное, сегодня сантиметров с 10. Поскольку рыба пассивная.
рыба пассивная, поэтому сантиметров с 10. Если будет что-то не так, раз, два, три, четыре. На леске больше 4 не советую делать, будет пережигать. 4 оборота вполне хватает. Как кто-то там мне написал, а ручки, говорит, пухленькие и глазки, наверное, хитренькие. Может быть. Поэтому... мочим и затягиваем. Затянули. Лишнее откусили. Так. С чего начнем сегодня? Начну с такой вот тёги от Лайки Джона. Посмотрим. Обычно такой цвет по пассивной рыбе такую окуню работает хорошо. Ну, вот так. Так, груз привяжу, наверное, сюда пока. Сюда пока. Грамм 18. Такой. Грамм 18. И посмотрим. Я думаю, здесь пока на течении будет нормально. А если перейду в другое место, перевяжу. Я не загоняюсь с этими грузилами на защепках. Какие есть грузила, такие вяжите. Разницы практически никакой. Да, есть там маленькие нюансы, что можно не перевязываться, отщелкнул. И переставился, но это не настолько часто и не всегда они есть в наличии, их надо запасаться. Это кто честно профессионально и только дропшотом занимается, у того это все есть. Так, ладно, давайте сейчас включимся еще. А вот и поклевка есть, окунек есть, должен быть хороший. А нет, это зубастик. Это вот такой судачок. Сожрал большую тёгу. Отпустим. Поправим. И продолжим. Кому интересно, смотрите на канале «Секреты дропшота» фильм. Сейчас будет поклевка. Тут что-то Серега подошел. Здрасте. Дай мне какую-то там резиночку мне. А то, блядь, я опять забыл резинку, блядь. Ты мне напомни. Сейчас, секунду. Давай, еще лови судака. Давай, 3-килограммовую. Хуй ты мелочь хуяришь, ёпта. Ты лови путевых. Путевых я тебе оставил. Мне? Да. Они мне нахуй не нужны. Я приехал отдыхать, а не рыбу. Не матюкайся. Да? Ну извиняюсь. Я приехал рыбу отдыхать, а не рыбу ловить. Но на всякий случай мешок сахарный взял. Делаю вот такие два подрывочка. Пауза, иногда один подрыв. В зависимости от ситуации, как он клюет и как что происходит. Замерз дядька, он разминается, на фидер сидит. Я вчера тоже 3 штук поймал. Ну они, сам знаешь, что размерчик нестандартный. Ладно, будет поклевочка, включусь. Еще поклевка. Это похоже на окушка.
Похоже на окушка. А может, мелкий судачок. А мелкий судачок опять. Тиога. Без разницы, чего производителя, главное лох. Цвет. А работают, конечно, и другие цвета, но лох работает стабильней и чаще. Все просили дропшот. Нате, получите дропшот. Это первая рыбалка в забродку. Вот он, еще один есть. С поклевкой. Это что-то покрупней. Ух ты. Этот прям бойкий какой-то. Ну, похоже на судачка. Либо крупный окунь. Судачок. О, босяк сожрал всю тиогу. Отдай. Отдай. О, скажи всем. Вот я какой красавчик. Иди домой. Так что, ребята, дропшот. И именно вот с таким поводочком. Можно и без поводочка, но поклевок будет намного меньше, поверьте. Еще раз повторю, кому интересно все, не задавайте бесполезных вопросов. На канале есть видео «Секреты дропшота». Там я все подробно рассказал, нарисовал. Ну, опустилась, поехали. Ловлю всего минут 20. А уже 4 поклевки. Хорошо, лодочный запрет. Лодок нету. Вот одни только плавали тут и все. И то увидели меня с камерой. И сразу выплыли на берег. С берега стали ловить. Ух ты, какой был удар, если видели. Это мелкий судачошка. Карколыжников не стало. Они вон только с берега ходят. Тут в основном карколыжники, спиннингистов очень мало. Они не дают карколыжникам никому половить. Занимают точки все. А сейчас милое дело. Плюс вода еще холодная, желающих половить в штанах мало. Вон на той стороне мой знакомый еще один стоит в штанах. Он постоянно ловит в штанах. Так, поклевок больше нет, скорее всего, сбил. Сейчас еще пару забросов и надо греться идти. Нет, целый не сбил. Ну, ударил хорошо. Бывают дни, когда только на дропшот берет, больше ни на что. И щука клюет на дропшот, все клюет. И жереха я ловил на дропшот. Редко, правда, но... Ух ты! Сход.
Опять как поклевка. Он вялый. За хвост. Цепляется и все. Ладно, давайте до следующего включения. Сейчас вот вынимал спиннинг. У тевоги откушен хвост. То есть вот на последней поклевке, когда был сход, он откусил хвост. То есть не дал я ему зажрать. Надо руку набить. Давно не ловил. И стараюсь как на воблеры сразу подсечь. А тут нужна небольшая выдержка. Хотя бы доль... О, поклевка еще. Несколько доли секунд дать ему заживать, когда он пассивный. Когда он активный, он прям сразу забивает, аж в шахту улетает. Спиннинг нужно держать высоко, где-то под 45 градусов, это минимум, чтобы меньше было зацепов. И чтобы более правильная была игра приманки под водой. С лодки, конечно, это лучше получается, но поскольку с лодки нельзя, можно и с берега ловить. Сейчас еще один забросик. Сейчас заодно покажу, как он хвост откусил. И, наверное, попробую... Ух ты! Еще сход. Поменять приманку. Другого цвета. Периодически приманки надо менять. Он паразит такой же, как и окунь. О, хвоста нету. Но она будет работать и без хвоста. Также можно вешать поролон, тоже работает хорошо. Вабики хорошо профессионально сделанные. На дропшоте работает все. Можно малька подсаживать. Вот это была подача, видали? Вот это была подача. Вот это он долбанул, блядь. Не засекся. Значит, он есть здесь. Сейчас мы его поймаем еще кого. Вот еще поклевка, поклевка. Но брать не стал. Есть, есть. Вот дал ему заживать. И он тут как тут, ну небольшой. А там подача была борзая, если видели. Небольшой судачишка. Красавелла, гуляй. По папу, по маму. Так, ноги начинают подмерзать. Также сниму фильм по отводному. Ну что там по отводному снимать? Там все ясно и понятно. Ну сниму, если ребят просят в комментариях. Отводной это тоже в умелых руках убийца рыбы. Любой. Тысячи вариаций отводного есть. С подгрузкой, без подгрузки. С разными насадками.
приманками. Сейчас еще разочек кинем и поменяем приманочку. Заодно погреюсь. Выбрали слабину, все упало, поехали. Можно, конечно, и желательно без офсета ловить, но тут очень много хлама, поэтому без офсета вообще нереально. Обрыв на обрыве будет. После карколыжников столько здесь шнуров, крюков. Просто... Ах ты, потяжка была. И поэтому не стоит безо всего ловить. А так, если есть чистые места, то без офсета. Вот он, есть, есть. Этот нормальный. Этот должен быть хороший. Прямо на камеру. Такой где-то, наверное, около килограммчика. Может, чуть меньше. Вода холодная, он еще не особо активный. Ну, да, где-то грамм 500. Вот такой вот разбойник. Отдай, радует дядю Вову, да? Скажи, здрасте, подписчики, не забываемся подписываться, ставить лайки, дизлайки. Все. Отпустил. Отпустил. Есть вариант в боевой. Это супер боевой. Если вот так приманку вешать, вообще приманка начинает играть. Сейчас попробуем. Ветер сильный. Дугу выдувает. Сейчас только ловить либо на отводной, ну вот еще на дропшот. Посмотрим, не зацеплюсь сразу. Если повезет, то сразу не зацеплюсь. Сейчас я одену его любимую приманочку. Правда, не в лохе. Лохи закончились, но все равно. О, поклевка была. Но мелкий. Можно, конечно, уменьшиться, поклевок будет в разы больше, но очень будет много мелкого судака. Зачем его лишний раз травмировать? Он и так подседает, я и крючок специально покрупнее поставил, чтобы было меньше повреждений. А совсем мелкий не засекался. Рыбу надо беречь. Берите сколько надо, остальное выпускайте. Смысла нет никакого. Все, пойду поменяю приманочку. Одел фирмовую приманочку. Это не подделка, это фирмовая. Кто знает, тот знает, рекламировать не буду.
Сейчас посмотрим. Может, что покрупнее клюнет. А может, конечно, и не клюнет. Тут главное угадать с цветом. Будет поклевка, включусь. Попробовал несколько цветов на арбуз. Вообще не было поклевок. Поставил болотный цвет. Дюбает мелочь, но брать не хочет. Сейчас поставлю лох, посмотрю, если он не отошел отсюда. Значит, можно поэкспериментировать с другими цветами. Взял еще тиоги в кислоте, в натурале. Возможно, он просто поднялся кверху. Малек поднялся кверху, и он поднялся. Есть вероятность попробовать покидать воблера. Хоть и ветер сильный. Сейчас я поищу его. Может, он отошел с этой точки. С этой точки отошел в другую, и все. Но он обязательно сюда вернется. Просто нужно тупо стоять, кидать и ждать. Стая покрутится, погуляет и опять сюда вернется. Это уже проверено. А вот он, ах ты, сошел. Значит, вот он, есть. Все-таки лох ему больше нравится сегодня. Ну, это что-то посерьезнее вроде. Какой-то с хорошей поклевкой. Прям на камеру. А посмотрим. Ну, по всей видимости, ну, не больше килограмма. Или до килограмма. А поклевка была хорошая. Да нет, хороший. Хороший, ребята, второй. Смотрите, какой. Этот еще больше того.
О, какой дропшот уловистый. Здорово. А вы говорили, фигню мелешь, фигню мелешь. Второй. Еще одна поклевка, ребят, была с ходом. Пока камеру включал, он сошел, плохо засекся. Так что дропшот, особенно вот в такие дни, милое дело. Но был небольшой. Вот сегодня рулит лох. Перепробовал штук 5, не стал показывать, смысла нету. Разных цветов. Работает только лох. На машинное масло потыкухи были, но не более того. Я покидал раза по 3 каждый цвет, и ничего. Такое бывает, что работает только один цвет, а бывает работают все цвета. Видимо, сбил, а может нет. Сейчас посмотрим. Это все нормально пока. Пока все нормально. Попробуем кинуть в другую сторону. Ох, ветрило задувает. Я думаю, как ролик выйдет, тут будет негде стать. Ладно, до следующей поклевки. Тут еще одна поклевка, но это что-то маленькое. Такое. Грамм 300. Давайте еще одного большого и будем заканчивать со съемками. А то я уже замерз в воде. Вот еще одна поклевочка. Должен быть хороший. Если вам слышно что-нибудь,
Должен быть хороший. Ах ты, блядь! Извините за выражение, сошел, а? Какой судачена был. Сошел. Блин, а. Плохо засекся. Ну ладно, сейчас еще поймаем. Выключаться не буду. Вдруг на камеру клюнет еще. Блин, да пока с этой камерой. Слабину чуть даешь. Это был хороший судак. Покрупнее, чем те. Блин, хороший судак. Ну, подержал, и то хорошо. Все равно отпустил бы. Блин, опять сошел ты, ты смотри. Что ты будешь делать-то? Что ты будешь делать? Вялый. Вялый, очень вялый. Блин, вот это удар был, но промазал. Догонит. Бывает, догоняет. Сегодня прям какое-то судачковое Эльдорадо. Но погода его. Северо-западный, сейчас северный подул ветерок. Это его ветер и его погода. Если бы можно было на лодке, то, конечно, можно было бы сейчас его надолбить, капитальную рыбалочку сделать. Но на лодке, увы, нельзя. Вот он за хвост бьет и все. Есть, есть на камеру. Но это мелкий. Это мелкий. А может быть и нет. Но не такой, как был. Если полкило будет, то и хорошо.
издалека взял. Да, это мелкий. Пацан какой. Сейчас. Все, поправились. Сейчас сделаем еще забросик. Мужички на лодке, смотрю, переделали тоже. Но тут главное угадать цветом приманки, потому что я вот ставил приманки 5 разных и нифига. Сегодня мелкий клюет аж со щелчком, а крупный просто жрет. Слегонца слышно по удилю дуб. Либо потяжка, либо жует. Вот он. Есть. Есть. А это тоже. О, это что-то. Ну такое, наверное, не сильно большое. А там кто его знает? Что-то так сопротивляется. Хорошо. Ему спуску я не дам. Нормально. Поменьше, чем те. Ну, пойдет. Вот такой вот. Пойдем отцепляться, выпускать. Ребята, вот что-то должно хорошее. Не выдержали мужички. Подплыли, не знаю, слышно вам там или нет, ветер. Ну вот, небольшой такой судачишка. Пойдем отпускать. Вот еще одна поклевка на кислоту сработала. Небольшой. Небольшой судачишка. Отпустим. Спросите, почему сразу большого так не отпускаю? Потому что неудобно, он здоровый, дергается. На берегу проще. Отцепил да выпустил. А там думайте, что хотите.
Вот это была подтяжка, ребята, увидели? Вот это была подтяжка. Дропшот рулит. Мелкий, правда. Но подтяга была хорошая. Мелкий отдолбанул, как большой, бля, открой рот. Да остановитесь, половите. Понял, как ловить? И окунь, и судак, и щука, все ловится. Мужики, оказывается, не знали, что запрет на лодке. Я им сказал. Все, сразу срулили домой, поплыли. А мы, говорит, приплыли, смотрим, вообще никого нету, плавай где хочешь. Делай, что хочешь. Я говорю, да, но только дорого стоит. Так, ладно, будет поклевка включена. Ну вот и все, рыбалочка сегодня закончилась. Такой мастер-класс дропшота получился хороший. Я замерз в штанах. Вода еще холодная. Батарейка тоже уже разрядилась на камере. Подключил пауэрбанк. Буду заканчивать рыбалку. Рыбалка была хорошая, вся рыба была отпущена. Всем пока, с вами был Рыбачок 36, подписываемся, ставим лайки, дизлайки, комментируем. Всем пока.